Всем добрый день, с вами Лара Шум и отец Александр. Мы сейчас с вами поговорим о здоровье. Представляете, оказывается, отец Александр еще о здоровье печет. Косвенно о здоровье, потому что я не врач, не диетолог, в конце концов. Хочу сказать, что оно нам, вот, например, посылается, или наоборот, когда мы начинаем болеть, то нужно понять одно, что все болезни нам, они даны во благо. Во благо? Во благо, да. Все болезни нам во благо. Вот сейчас вот я заболел, у меня насморк. Так. Я вот стою, вот у меня нос болит. У меня от носа в виски, в глаза. Так. А через боль я обретаю покой. И мне так хорошо. Я как бы, знаешь, сказать, вот мое наблюдение, я как бы выскочил из общего контекста. Все вот куда-то спешат, что-то хотят делать, не успевают. Все хотят денег заработать, а их никогда не заработать. Это так люди мучаются и мучаются, пока вот опыт, не соглашусь, горький опыт. Ладно, можно пока заработать. Ну, я не про единицы говорю, а про общую массу населения. Вот общая масса. А сейчас я заболел, и мне так спокойно стало. Я мир обретаю. А через болезнь что появляется у меня? Смирение. Вот мне кажется, знаешь, почему? Вот мы болеем вообще, вот теперь моя точка зрения, да, немножко поспорю с тобой, что когда мы устаем, вот, ну ты прав, да, мы устали, наше тело устало, оно говорит, так, стоп, отдыхать. И мы начинаем болеть. Но я уже очень давно не болею вообще никак. То есть я принимаю контрастный душ по утрам, я забочусь о себе, я занимаюсь спортом, поэтому... Я в голове вообще поставила такую установку, что я здоровая, красивая женщина. Но у меня тогда вот другой вопрос, да? Вот ты сказал там, ты сейчас болеешь, может тебе это надо сейчас. Вот, мне надо будет, я тоже заболею. Но вот допустим, кишечник у человека болит. Вот как это не ходит, да? Да. Вот тяжело, вроде такая, да, я такой. Хочу об этом поговорить. Ну, а это для чего болезнь? Что здесь плюсом? Нет, здесь нужно понять, что по силам вообще все дается. И каждому человеку какие-то свои болезни даются. И по грехам, или наоборот, людям совершенно больше то болезней. То есть, если кишечник у человека болит, очищения. Это может быть грех? По грехам какие-то болезни у нас есть. У нас какие-то болезни, ну, сейчас, к примеру, блудник, он чем-то всегда болеет венерическими заболеваниями. Человек, который трудится... Сохраняются, знаешь ли. Бог с ними. Человек, который, например, трудится там изо дня в день, ему вот хочется заработать на что-то там, на автомобиль. И он там в порту грузчиком пашет день и ночь. А мама ему там говорит, да, сынок, да ты хоть остановись, ну поживи. Ну надо жить сегодняшним днем, а не когда там еще. Ну не заработаешь ты сегодня, заработаешь там завтра. Нет, я хочу. Вот он оторвется, и все. Вот она болезнь. Опять по грехам страсти. Нужно заработать побыстрее и воплотить свою мечту в жизнь. Вот опять страсть, понимаешь? Вот, а есть такие болезни, которые рождаются у нас от нашей жизненной невнимательности. На улице погода поменялась, ты на себе как-то скажешь, ну ладно, я до метро добегу, а тебе продуло. Вот, или я вот спал, окошко открыто было, мне продуло. Вот, не уследил за собой. По рассеянности болезни. Но опять, всякая болезнь, чтобы ее легче было переносить, и от этого отрицательного момента в нашей жизни можно взять положительный. Ну, как-то надо с рассуждением просто к этому относиться. Всякий болящий человек, он просто должен как-то философски к этому отнестись и сказать, ну, все, что Богу не посылается, все мне во спасение. И понять, для какого спасения. Вот я для себя, вот у меня от носа голова болит, я встаю, прыщ у меня еще на носу, а я говорю, а это мне для смирения, я загордился. Это мне для смирения, да. И я обретаю покой сразу. Понимаешь, у меня опять благодать, у меня опять какой-то есть отношения между мной и Богом. Хорошо, а рак тогда? Ну, знаешь как, рак. Это тоже для смирения? Или для чего? В Греции на святой горе Афон монахи считают, что болезнь рака – это вообще дар Божий. Почему? Потому что, когда человек болеет, и он переболеет, перенесет без морфия, без всего, все это, все страдания переживет, перенесет, то он в рай сразу попадет. Но таких людей мало. Потому что у нас, если что болит, мы что сразу? Антибиотик нам подавай. Так. Если какие-то серьезные, тяжелые заболевания, раковые, и до морфии дело доходит. Терпеть никто не хочет. Неприученные. А через страдания душа у человека очищается. Вот тебе даже, если там обворовали тебе, от этого тоже ведь можно получить какой плюс? Какой? Опыт жизненный.
опыт. Хорошо, опыт. Вот сейчас опять с тобой не соглашусь, что через страдания душа очищается. То есть мне надо, вот, как говорится, взять и страдать теперь. Вот. Нет, не надо в этом взять. Страдать, в этом Нет, страдать. Нет, не надо брать и страдать. Надо жить. Надо жить. Это все приходит и уходит. А я вот хочу в радости жить. Вот не в страдании, живи в радости. А в радости хочу живи, жить. Живи. А тебе никто не просит, чтобы ты шла и за кого-то там страдал. Тебе никто не просит, ты живи. Ты сейчас вот сам только что сказал, что страдания... Болезни у нас не одна же, не по нашей же воле бывают, приходят, а по, вот потому, что мы рассеяны бывают, так. Или потому, что у нас способность к этому. Так. Ты и заболел, ты же не можешь этот процесс предотвратить. Ну, или, может быть, как-то оттянуть ты можешь, а предотвратить... Нет, я могу предотвратить, если я правильно буду питаться, если я буду заниматься спортом, если пока я молодая. Буду тебя любить. Это еще пока молодая. А когда тебе будет 60 лет? Есть много примеров в Ютубе, когда людям 100 лет, а они занимаются спортом, они моделями работают. Хорошо, но никто не застрахован ведь. Никто же нет, 100% никто ведь не дает, никто же не застрахован. А если ты еще в радости будешь жить, то и рак может тогда к тебе в гости-то не придет. Конечно, конечно. Нет, но есть христианское не учение, а такое как бы предание такое. Что на Святой Горе, на фоне, где вот у нас там институт монашествующий, что так вот говорят, что если человек заболел раком, ну что ж теперь заболел. И если он ее с честью перенесет, без посреднических каких-то лекарств, с честью перенесет, то он удостоится Царства Небесного. Потому что он будет болеть, страдать будет. Ему будет больно. А это все надо перетерпеть, чтобы люди не видели, чтобы ну, по крайней мере, не, ну, как-то это все пережить, болезнь, чтобы... Вот, не паниковать, не унывать, не печалиться. Понимаешь, болезнь, она за собой целый хвост разных грехов тащит. Так может тогда грехи что... чистить, а не страдать? То есть лежать, допустим, для этого то люди есть использовать по большим праздникам, лекарства. Для этого люди по большим праздникам ходят в храм, по большим праздникам причащаются, исповедуются. В храм ходят каждое воскресенье, как заповедал Христос. 6 дней работают, як сотворишься дела твои, день же 7-й Господу Богу посвяти. Вот. Он, а если бы он сказал бы... Я могу не страдать опять же. А мы готовы работать. Если даже было 8 дней в неделю, мы бы и 8-й день пошли в работу. Вот нам надо остановиться. Нам 6 дней Бог сказал, работайте, занимайтесь чем хотите. 7-й день оставьте для меня. Ну, до обеда хотя бы потерпите. А потом уже идите. Сейчас вот надо же огородами заниматься. Надо. А кто против-то? Давайте зрителям здоровья пожелаем, отец Александр. Дорогие наши прихожане, пусть будет так. Ну, смотрят, знаешь, как прихожане. Я желаю вам всего хорошего, не болейте, любите Бога, ходите в храмы, почитайте большие праздники, избегайте каких-то негативных моментов, набирайтесь мудрости, терпения. Все это нам церковь предлагает. Как это все, всему этому научиться? Приходите, учитесь, пользуйтесь, живите сегодняшним днем. И будьте счастливы. Всего вам доброго. Ну и простите меня, что я спорю с вами, но у меня же тоже есть точка зрения, так которую я хочу высказать. Хорошо, что мы с тобой такие разные. У тебя свой образ жизни, у меня свой образ жизни. У нас в этом изюминка есть. И я так думаю, что и людям от этого, люди от этого испытывают больше наслаждения, когда они смотрят вот эти маленькие видеоролики. Вот когда бывает, как говорится, дорожка протоптана, и батюшка выступает, вокруг него целая свита, все его поддерживают, правильные вопросы задают, у нас все рождается спонтанно, и ты человек немножко другой, не моего круга. Нет, вот, не вашего. Да, вот, и поэтому ты меня и провоцируешь, и еще что-то. Я даже рад этому. Когда я готовился еще, когда-то, там, 15 лет назад, поступать в Коломенскую духовную семью, семинарии. Батюшками же ведь не рождаются, им становятся. 5 лет надо учиться. Так. До семинарии все будущие абитуриенты, они проходят послушание на тех или иных приходах по нескольку лет. И в этот момент, когда ты проходишь послушание несколько лет на приходе, ты же, например, взрослый человек, как я был взрослый человек, где-то ты ведь работаешь. Помимо церкви. Вот я также работал в мужском коллективе в МЧСе. И вот у нас дежурство, мы заступали по 15 человек, например, караул. И я вот один такой вот был.
у других другой был в головах. И каждый раз мне на дежурство, когда заступали, каждый раз мне все дежурство и пытали, и спрашивали, и это, и то. И были рады, когда я наконец-то не знаю ответа. И были рады. Или, и, я не знаю, и готовы были обниматься и целоваться со мной. Ну, наконец-то! Вот, наконец-то вот, ты да, не знаешь да, ответ, да? Да. Поэтому все это я проходил, и я так вообще рад и доволен, что есть священнику где-то еще высказаться, есть священнику где-то еще сказать какое-то маленькое слово Божие, о любви Божией к людям, о том, что всех прихожан в храмах ждут, дрожат ими. Вас всех ждут, вами дорожат. Да. С вами был отец Александр, да. Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и рассказывайте своим приезжайте друзьям. Приезжайте к нам в храм. Да, а куда мы приезжайте не, к вам мы недалеко, в храм? Скажите адрес. Мы недалеко. У нас село Вишняково. Где-то 5-6 километров у нас вот здесь вот уже аэропорт Домодедово. Это Раменский район, Бройнинское благочиние. Здесь по нашей дороге 30 минут МКАД и Орехово-Борисово уже район московский. Доехать можно, если есть у кого желание. А и желающих, и желающие есть. Люди есть, которые любят в храмы ездить, в разные храмы. И как бы я рад, что еще так все происходит. Так что приезжайте к нам в гости. Добро пожаловать.